Знакомьтесь, Николас Керри, предприниматель и специалист в технологиях. Он знает 3 языка и имеет степень в области бизнеса с упором на лидерство и международную политическую экономику. Перед тем, как заняться стартапами, Николас преподавал английский язык и проводил оценку сокращения масштабов нищеты в сельских районах Индии. Он был сооснователем и партнером CRM-компании Pipeline Deals. Стал одним из основателей проекта Youth Business USA, ведущего некоммерческого молодежного бизнес-акселератора. В 2013 году Николас Керри стал одним из основателей компании Blockchain. Его компания Blockchain является ведущей в мире компанией по разработке программного обеспечения Bitcoin. В 2015 году получил награду European Digital Leader за его вдохновляющий и инновационный вклад в развитие и прогресс в цифровом мире. Мистер Керри путешествовал по всему миру с упором на финтех и предпринимательскую деятельность, и большую часть своих знаний он приписывает этим путешествиям.